14 марта в Бабаюрте прошло торжественное открытие зональной ветеринарной лаборатории, которая будет заниматься проведением диагностических исследований, своевременным выявлением инфекционных и инвазиозных болезней сельскохозяйственных животных. В лаборатории функционируют отделы серологической, бактериологических, вирусологических исследований, полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа сибирской язвы, лептоспироза, что позволит своевременно и в короткие сроки диагностировать болезни животных и оказать практическую помощь сельхозпроизводителям. Отметим, что в лаборатории будет находиться 400 тысяч мелкого рогатого скота и 116 тысяч крупного. У меня убедительная просьба, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы здесь были острые заболевания, паразитарные и все заболевания, чтобы очаги были здесь в центральной зоне, потому что здесь наибольшее количество, как я уже говорил, скота сконцентрировано. И здесь еще один немаловажный факт. Перегон тоже проходит через вашу территорию. На строительство ветеринарной лаборатории было потрачено 32 миллиона рублей и еще около 40 на приобретение оборудования. Стоит подчеркнуть, что данный объект был возведен по инициативе председателя правительства Республики Дагестан Абдумуслима Абдумуслимова. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканала «Среда».